как ты смеешь? Пойду спрошу Сью. Сью, ты не знаешь, что случилось с ванной? А что? О чем это ты? Кто-то насыпал туда песка. Как мне теперь принимать ванну? Сьюзан! Прости, Сами, это сделала я. Я просто хотела испробовать новый рецепт кинетического песка. Почему ты сразу не сказала об этом? Я обожаю кинетический песок. И теперь, когда мне самым возмутительным образом отказали в ванной, я принял решение. Весь кинетический песок, который ты сегодня сделаешь, будет мой. Думаю, это справедливо. У меня тут самый чистый и мелкий песок, который я только смогла найти. О, он такой приятный на ощупь. Это все? Эй! Эй! Упс! Прости, Сэмми. Нам нужно добавить еще несколько ингредиентов. Знаете, что это за белый порошок? Это кукурузный крахмал. Он поможет нам превратить обычный песок в волшебный. Нужно все хорошенько перемешать. Дай мне это сделать. Ложка тут не нужна. Я перемешаю все рукой. Ой, Сэмми, пожалуйста, больше никаких песочных замков, ладно? А почему ты об этом говоришь? Не знаю, о чем это ты. Да, конечно. Итак, следующий ингредиент, который нам понадобится, это вода с мылом. Какой простой рецепт. А мы можем его немного усложнить, а? Но зачем? Я хочу, чтобы наши друзья могли повторить его дома. Вау, посмотрите на эту текстуру. Как раз то, что нужно. Итак, мы будем делать кинетический песок трех цветов. Я уже подготовила три отдельные миски. Друзья, пока я занята, обязательно подпишитесь на наш канал, и вы никогда не пропустите новые видео о поделках. А вот и третья миска. Здорово! Песок так забавно сыпется сквозь пальцы. Сэмми, можешь принести блестки, пожалуйста? Как неожиданно! Сейчас сделаю! Блестки, блестки, где же вы? Ого, это волшебный лес? Здорово! Я знаю, что делать! Блестки, алло! А ну, бегом ко мне в банку! У меня для вас особое задание! Другое дело! Больше, мне нужно больше! Сьюзи, я принес тебе самые красивые блестки в мире! О, звучит потрясающе! И они просто прекрасны! Спасибо, Сэмми! Откроем крышку и добавим блестки к песку. Естественно, нам нужно все перемешать. Вот так. Помните, друзья, чем больше вы это делаете, тем красивее получится у вас песок. Теперь я добавлю синий краситель. О, и не забудьте надеть перчатки, иначе у вас будут синие руки, как у смурфиков. Хорошая шутка, Сьюзи. Эй, а я могу выбрать следующий цвет и тоже попробовать сделать песок? О, конечно, Сэмми. Ты же знаешь, что я приветствую инициативу в наших поделках. Только так можно получить максимум удовольствия. Отлично! Я давно ждал возможности использовать это фиолетовое чудо. Ага, блесток много не бывает, верно? Поехали! Посмотри, как я могу, Сьюзи! Помогите, помогите! Песок за бортом! Ничего себе, хвастаться плохо, Сэмми. Хорошо, что наш волшебный песок легко можно собрать. Так, еще немного. Ага. И пора добавлять фиолетовый краситель. Помните, друзья, чем больше красителя, тем более насыщенным получится цвет. О, здорово! Что ж, на чем я остановилась? Ты помогла мне перемешивать песок. О, Сью, ты такая хорошая подруга! И ты замечательный друг. О, мне так нравится! Цвет просто потрясающий, правда? Но у нас осталась еще одна порция песка. Давайте приступим. Но я уже все сделала. Вау, Сэмми, какой чудесный цвет ты подобрал. Этот красный просто идеален. Он что-то мне напоминает, но я не могу понять, что именно. Точно, торт, красный бархат. Но даже не думайте есть наш волшебный песок, друзья. Кроме того, у нас на него другие планы. Например, мы можем сделать вот так. Разве не здорово?
Играть с кинетическим песком очень весело. А еще это расслабляет и развивает мелкую моторику. Правда? Но как? Игры с песком – это совершенно новый сенсорный опыт. Смотри, можно не только трогать его пальцами, но и использовать разные формы, ножницы и другие инструменты. Даже бусины. Ага, интересно. Почему я раньше об этом не подумал? Может быть, тебе нужно поиграть с песком подольше, Сэмми? Вдруг тебе придут новые идеи? Хорошо, можно продолжать. О, это даже немного щекотно, и я не хочу останавливаться. Хорошо, достаточно красного песка. Мы еще не играли с фиолетовым. И посмотрите, что я хочу сделать. Оп. Эй, подожди, подожди. Что это там? Какие-то снежинки? Да, пожалуй. Их так много. Класс. О, какая милая маленькая рыбка. Сейчас мы посмотрим, что у нее внутри. Вау, это так расслабляет. О, я просто не могу оторваться. Сью, ты меня пугаешь, честное слово. Ох, Сэмми, ты же понимаешь, о чем я. Теперь мне понадобится нож. Ага. Поехали. Что это вам напоминает, друзья? Я вижу тут синюю волну, которая разбивается о скалы. Вау, Сью, какое необычное сравнение! Но потом ты просто разрезала бедного морского конька на куски! Это ведь не настоящий морской конек, Сэмми. Скажем, это моя персональная практика медитации. Так что я пытаюсь расслабиться. О, отличный повод снять стресс. Сэмми, ты тут? Ну да, я сижу тихо, как ты мне и сказала. Знаешь, не хочу мешать твоему процессу расслабления, снятия стресса, фэн-шуй или чему там еще. Ну хорошо. Ладно, думаю, на сегодня достаточно. Я только немного еще поиграю с фиолетовым песком. Очень приятно! Я уже чувствую себя расслабленным, точно тебе говорю! И меня больше не беспокоит песок в ванной, о котором я тебе говорил утром! Ни капельки! Сью, это было круто! Рада, что тебе понравилось! Что ты? Мне очень понравилось! Вы тоже попробуйте, друзья! Спасибо, что сегодня были с нами! Мы вас любим! И до скорых встреч!